сейчас исполним танец «Вальс Натали». Напомню, что стихотворение Натали написал, он же написал стихи, он написал музыку, он же исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. Мы эту музыку несколько раз послушали и решили, что в нашем ансамбле «Колонез» это будет у нас один из самых таких трендовых. Королевы, я строптивый, но душой мечи вам сдался в плен, рукоплесканье слава. Понятно? Кстати, действительно, это удивительно. Вы знаете, вот полетел у нас танцует, ну, даже не скажу сколько, она такая молодая, поэтому писать я ничего не буду говорить. Ну, давно она танцует. А в прошлом году мы здесь, Юлия Ночь, вот здесь вот проводили буквально, у кого-то здесь сидел, и он принял участие вот в этой игре, в которой сегодня Татьяна Петр проводил. И он замечательно прочитал блог, а по-моему, «Ночь в фонарях» где-то, да? Вот это такое, да? И, видимо, мы ему понравились, он пришел к нам, начал танцевать, и посмотрите, до чего он дошел.